Пациент Гусев был доставлен в состоянии средней степени тяжести приблизительно через полчаса после получения травмы во время спортивного матча. Он при поступлении был в ясном сознании, незначительная неврологическая симптоматика, которая соответствовала его тяжести травмы. Закрытая черепно-мозговая травма, вот сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей нижней челюсти. Вот. Единственное, что повреждены три зуба и корни зубов пробили гайморовую пазуху. Это самое неприятное осложнение, которое ушибленная рана подбородка. Там был сильный целенаправленный специальный удар снизу вверх. Он потерял сознание еще в воздухе, упал, была потеря сознания, кратковременно западение языка, судорожные такие небольшие приступы. Мы справились с этим делом. Все пока нормально. Помощь, оказанная на поле, совершенно адекватна и быстро была оказана. Это очень важно, так как, со слов наблюдателей, у него была потеря сознания и судорожный приступ с обводением языка, то есть было нарушение функции внешнего дыхания, что чревато при неоказании помощи очень печальными последствиями. Это, ну, в какой-то степени, возможно, спасло ему жизнь.